Инициатором проведения социального форума для многодетных семей выступила группа самых активных из них. Всего 252 семьи, объединившихся в союз «Единая семья» нашего города. Именно они и задали тему форума о мерах социальной поддержки многодетных семей Новороссийска. В процессе нашей работы, работы нашей общественной организации, явно стоял вопрос недостатка информации. Это очень, скажем так, катастрофический недостаток информации, несмотря на то, что есть ресурсы, есть сайты, отлично работает социальная служба, информации недостаточно. То, что мы сегодня сделали, это действительно необходимо. Ответы, конечно, которые задавали специалистами, спикерами, они тоже абсолютно исчерпывающие. То, что многие вопросы, скажем так, взяты на контроль и под галочку, и на дальнейшее решение, конечно, тоже не могут не радовать. Благодаря комплексному и взвешенному подходу к организации и проведению семейного форума администрации Новороссийска на мероприятии давали честные и развернутые ответы на все вопросы, которые накопились в многодетных семьях, как малоимущих, так и вполне благополучных. Пришло время большего внимания многодетным семьям, абсолютно благополучным и даже состоятельным. Имея такое количество детей, семья все равно не может справляться одна. В городе в сравнении с прошлым годом на 200 малышей родилось меньше. Это очень-очень печальный показатель. И, наверное, чтобы хоть что-то как-то изменить, пускай не завтра, пускай в каком-то обозримом будущем, первое, над чем нужно задуматься, это все-таки чем же помочь благополучным многодетным семьям. Вот сегодняшние разговоры и был о том, чего бы семьи хотели, в чем они нуждаются, и чтобы им дало уверенность в том завтрашнем дне, и чтобы они смогли сказать, что мы ждем еще очередного ребенка. В ходе форума руководителями управления образования, культуры и здравоохранения, отдела по вопросам семьи и детства, социальной защиты населения была подготовлена подробная информация о федеральных, краевых и муниципальных мерах социальной поддержки многодетных семей. Я очень рада, что администрация города Новороссийска подошла настолько точечно и правильно. Сегодня все специалисты учреждений присутствовали и в прямом открытом диалоге с родителями они могли решить, обсудить любой вопрос. И все это, как говорится, на контроле, на карандаше. Мы видели, что они записывали все проблемы, все обращения. Я надеюсь, что по опыту Краснодара будет также создан совет при главе города по реализации прав многодетных семей, который будет регулярно слышать и решать, и помогать эти все проблемы решать совместно. Участники форума поделились с руководством города теми проблемами, с которыми они сталкиваются не на бумаге, а в реальной повседневной жизни. Они касаются льгот на проезд и доп. Образования, получения бесплатных лекарств детям до 6 лет, мест в детском саду и много другого, из чего складывается благополучие детей. Я своей семье всегда говорю, показываю детям своим руку и говорю: папа, мама и трое деток. То есть вот когда мы будем вместе, мы сила, мы не одни, мы не можем поступать только за себя, мы отвечаем за своих детей. И поэтому нам надо объединяться, нам надо друг другу помогать, не говориться каждый в своей каше. У каждого есть свои проблемы, и когда он эти проблемы выносит в общество, общество помогает их решать. И хотя форум, приуроченный к предстоящему Дню матери и посвященный многодетным семьям, в таком формате прошел в Новороссийске впервые, можно смело сказать, что он доказал свою актуальность и стал заметен на краевом уровне. Я всегда очень рада, когда в конкретном городе Краснодарского края есть активные мамы, которые объединяются не только потому, что плохо или нужно решить какие-то проблемы, а потому что можно вместе радоваться, проводить большие семейные праздники и вообще показывать молодежи, что многодетная семья на самом деле это счастье, хотя и умноженное на 3-4, и есть и хлопоты, и заботы, но мамы Новороссийска, объединившись, пошли к властям для того, чтобы их услышали, и те проблемы, которые копились, к сожалению, многими годами, не были никем озвучены. И вот данный форум – это старт большого сотрудничества между родителями многодетными и администрацией города. Ирина Ищенко, Денис Ротарь, «Новая Россия».